тебе такое сказал? Кто говорил с тобой? Да, когда речь идет о столь важном деле, мы должны знать, за что ты борешься или за кого. Если хочешь действовать в одиночку, да будет так. Если тебе нужна наша помощь, ты ответишь на мой вопрос. Кто рассказал тебе о крике, которым одолели Алдуина? Клинки, конечно. Они всегда лезут в дела, в которых ничего не понимают. Их безрассудная самонадеянность не знает границ. Они всегда хотели отвратить драконорожденных от пути мудрости. Неужели мы ничему тебя не научили? Ты просто будешь инструментом клинков, а они будут использовать тебя в своих целях. Неважно, чего я хочу. Этот крик уже использовали в прошлом, верно? И вот все началось сначала. Тебе не приходило в голову, что Алдуину не суждено поражение? Те, кто одолели его в давние времена, только отсрочили день расплаты. Они его не отменили. Если миру приходит конец, да будет так. Пусть он погибнет и возродится. Нет, не сейчас. Тебе нужно вернуться на путь мудрости. Давакин, погоди. Прости меня, я не сдержался. Я позволил эмоциям затмить мой разум. Мастер Эйнард напомнил мне о долге. Не мне принимать решение, помогать тебе или нет. Нет, я не могу научить тебя этому крику, потому что не знаю его. Он называется «Драконобой». Но его слова силы нам неведомы. Мы не жалеем об этой утрате. Драконобою не место в пути голоса. Он был создан теми, кто на своей шкуре познал невообразимую жестокость драконьего культа Алдуина. Вся их жизнь была проникнута ненавистью к драконам. И они воплотили свой гнев и ярость в этом крике. Изучая крик, ты принимаешь его в само свое естество. В каком-то смысле ты становишься криком. Чтобы изучить и использовать этот крик, тебе придется принять в себя зло. Только Партурнакс, магистр нашего ордена, может ответить на этот вопрос, если захочет. Он наш вождь. Он превосходит всех нас в мастерстве голоса. Он живет в уединении на самой вершине горы. Он редко говорит с нами и никогда с чужаками. Встреча с ним — великая честь. Только те, чей голос силен, могут найти путь. Идем. Мы научим тебя крику, который откроет путь к Партурнаксу. Hostia mía!
Максу опасен. Нелегко его пройти. Не останавливайся. Сосредоточься на цели и достигнешь вершины.